И мы с вами переходим в раздел «Тест». Нажимаем на лист с галочкой. Читаем описание наших шагов. И нажимаем на контрольный тест. На ссылочку «Контрольный тест». Так, как нам сдать тест? Вот мы перешли с вами на страницу. Мы листаем ее вниз. Далее нажимаем на кнопку «Пройти». «Пройти тест». Ну, у меня «Пройти тест» заново, потому что я уже его проходил. Я нажимаю на кнопку. Вам открывается такое окно для подтверждения. Вы нажимаете на кнопку «Начать попытку». Нажимаете на кнопку. И переходите к самим вопросам. Далее вам необходимо выбрать правильный вариант. Как только вы отметите правильные варианты, вы нажимаете кнопку «Далее». Естественно, я сейчас выбрал все подряд. И ответ неправильный. Но я показываю, как вам необходимо проходить тест. Далее вы нажимаете «Отправить все и завершить тест», если вы уверены. Обращаем ваше внимание, что наш счетчик, он все время работает. И мы можем видеть, что у нас еще осталось 29 минут. Поэтому не затягивайте с прохождением теста. На каждый тест выдается 30 минут. Нажимаем «Отправить тест». Подтверждаем, нажав опять «Отправить все и завершить тест». Наши ответы принимаются. Далее мы переходим вниз и нажимаем «Закончить обзор». Далее нажимаем «Вернуться к курсу». Все, мы наш тест сдали. Ну а сдали на какую оценку, это уже все зависит, какие ответы вы выбрали.